Здравствуйте, приветствую вас на канале Креслбург. Сегодня мы расскажем о легкой компактной коляске от компании Pitusa. Моделька называется Camina New. Опять же, из преимуществ у коляски есть такая достаточно теплая накидка на ножки. То есть коляшка считается демисезонной, лето, осень, весна. На зиму, к сожалению, она не подойдет. По какой причине? Можете обратить внимание, колесики здесь достаточно маленькие. Но при этом есть ряд плюсов. Во-первых, накидка в комплекте, большой капюшон с дополнительной секцией, которую можно застегнуть. То есть, которая застегивается, да? Раз. Козырек у нас прячется, то есть для обзора ребенка. Кожаные чехлы на ручках, то есть чехлы такие достаточно приятные. Скажу сразу, что кожа не самая дешевая, да? Эко-кожа. В комплекте идет подстаканник. Также есть ограничитель между ножек. То есть, чтобы ребенок не выпал, помимо ремешков с мягкими накладками, подножка регулируется нажатием двух кнопок. То есть, нажимаем вот здесь, вот прям в этой части, с левой, с правой стороны, и отпускаем. Сверху достаточно просто ее поднять до щелчка. Легкая, маневренная. Спинка у данной модели регулируется ремешком. То есть, ну, опять же, у многих легких колясок, да, спинка идет именно ременная. Почему? Во-первых, если бы была спинка механическая, она была и по весу тяжелее, да, и так компактно не складывалась. То есть спинка ремешковая, в задней части, если расстегнуть два замка, у нас есть проветривание. То есть вот оно прям очень хорошая вентиляция, да, будет у коляски. Карман дополнительно под телефон. По амортизации. Ну, опять же, смотрите, несмотря на то, что коляска легкая, вот, я не сильно нажимаю на нее, она амортизирует. На задних колесах амортизация очень хорошая, на передних она, вот также обратите внимание, отход, присутствует, причем я не сильно давлю, вот, совсем маленько, присутствует также в хорошей амортизации. Колеса с любой стороны, с левой и справа можно снять. Также здесь у нас встроены подшипники, то есть ресурс коляски, да, будет увеличен. По весу не более 6 кг, то есть реально коляска очень-очень легкая. Система складывания также здесь очень компактная. То есть, чтобы сложить, нажимаем курок в бок, специальный стопор. То есть, все это делается одной рукой. Раз. Теперь нажимаем основную кнопку. Берем, ну, за бампер, либо кому как удобно. Можно просто чик. И вот здесь зафиксировать. Все. То есть, колясочка реально очень максимально компактная. Также есть ручка, то есть, за которой мы можем ее взять и катить как чемодан. То есть данная модель коляски идеально подходит для путешествий, для торговых центров, там где-то для прогулок по паркам и так далее. Но если вы рассматриваете вариант всесезонной коляски, она, к сожалению, не подойдет именно из-за колес. Но опять же, хотелось обратить внимание, так как колясочка максимально компактная, легкая, да, посадочное место здесь небольшое. То есть если ребенок, допустим, будет 2-3 года, он уже, ножки будут свисать. Здесь вы можете перевозить в положении сидя. Опять же, очень такой мягкий низ. То есть именно посадка. Мягкая спинка. Бампер можно снять с любой стороны. Причем он поворотный. Да? То есть как бы для посадки и высадки сняли, усадили, зафиксировали. Максимальная нагрузка коляски, то есть посадочного места, у нас 15 кг. И корзина, вот эта нижняя часть, она рассчитана до 3 кг. То есть общая масса нагрузки у нас 18 кг у колясочки. То есть это не посадочное место, да, 18 кг, а именно 3 кг корзина и 15 кг непосредственно сама коляска. Конечно же, она выдержит и больше, но видите, почему такое ограничение. Если вы, допустим, усадите сюда ребенка весом 18-20 кг, нет никакой гарантии, что рама выдержит. И она может сложиться вместе с ребенком. Поэтому такие ограничения. В разных цветах отличное соотношение цены-качества. Находимся мы в городе Красноярск. По городу действует бесплатная доставка. По России отправляем любой удобной транспортной компанией.